Питера, да. Вологды. Сегодня, безусловно, звездой фестиваля Вологда Лайв является эта гитара. На ней сегодня играют все. Хорошо, хорошо, хорошо. Девчонки, давай, молодцы, ребята. У нас был замечательный автостоп. Мы выехали из Петербурга в час ночи приблизительно. Были уже в Вологде в районе там, ну да, в районе 2 часов примерно. Вот. Висели там всего в 2 местах. Вот. Замечательная трасса, но ночью все-таки спят, и поэтому ездили не очень много машин. Первая песня «Прогулка по Петербургу» посвящается перемещающимся в Петербург и когда-либо приехавшим зачем-нибудь, и все тем, кто до сих пор не может уехать. Сегодня началась зима, в Питере дождь, не так, как в Сибири совсем, и сохранение тепла становится самой важной из тем, ёжись в уютные плечи пальто, мимо проходит кто, я иду. Я гуляю по Питеру, я скучаю по прежнему месту жительства, вряд ли его получится забыть. И снова ночь, и полночь, и холодно, и не дотянется кабель телефонного провода туда, где мне, наверное, хотелось бы жить. И не закончить все дела стопка и бумаги стесняют свободу людей, обиды, лица и глаза. Руки родителей, брошенных лучших друзей, перечесть в уютные взгляды без слов. Каждый сделал то, на что был готов. Я иду, я гуляю по Питеру, я скучаю по прежнему месту жительства, вряд ли его получится забыть. И снова ночь, и полночь, и холодно, и не дотянется кабель телефонного провода туда, где мне, наверное, хотелось бы жить. По трассе ровной и прямой, кузов груженный до фура, 60 за кормой, как шлюху пламенный герой. Влюбился, однажды встретившись с Москвой. Руки рифмуя неровный стих, лижут гитары гриф. Я иду. Я гуляю по Питеру, я скучаю по прежнему месту жительства, вряд ли его получится забыть. И снова ночь, и полночь, и холодно, и не дотянется кабель телефонного провода туда, где мне, наверное, хотелось бы жить.